ты. Ай, пофиг, возьму все. Или ничего. С вами Red Wolf. Так, все, с этим хватит, это было лишь для наглядности. И то, что вы увидели в начале, было, так сказать, ускоренной версией моего обычного дня. И, в общем-то, после такой рутины, мое творчество уже не включается по щелчку. Да. Ну, как вы видите, я снова стою здесь перед вами, потому что, ну, соскучился я по своему каналу, да и по тем, кто смотрел когда-то мои видео. Эй, ребят, вы еще здесь? Но это не основная причина, которая сподвигла меня на снятие очередного ролика. Нет, у меня опять бомбит. В прошлый раз это было из-за лагерей. Теперь это из-за учебы. Да, учебы. Из-за нее у меня, в принципе, всегда сдавали нервы, но сейчас я решил, а почему бы не снять об этом видео? Поэтому давайте сегодня поговорим о системе образования. Я ушел из школы после 9 класса, и сейчас я учусь на третьем курсе колледжа. Учусь я на программиста, и пошел я на эту специальность, потому что, ну, она была мне интересна. Ха, была! Наша система образования может отбить интерес заниматься даже тем, чем тебе нравится. Да и в странах СНГ она уже конкретно подустарела. С тех пор, как я пошел в первый класс, время, предоставляемое на учебу, никак не изменилось, не уменьшилось, не увеличилось. Все, до чего могут додуматься люди, стоящие во главе всего этого, они хотят добавить, ну, еще один год обучения. С моей точки зрения, даже уже имеющийся промежуток слишком растянут, его можно было сократить, ну, примерно на треть. Потому что в общей образовательной системе школы присутствует довольно много воды. И, как показывает практика, потом, будучи уже студентами, ученики учат все уже перед экзаменами. Значит, они могут выучить все гораздо быстрее, чем рассчитано. Да, конечно, это будет труднее, но это будет быстрее. Поэтому, я думаю, сами ученики будут не против. Ведь задумайтесь, для человека, который закончил всю школьную программу от начала и до конца, это составляет нехилую долю жизни. Практически всю. Примерно треть всей их прожитой жизни они потратили на школу. Именно на школу. Не на получение знаний, а на школу. Что я имею в виду? Дети в наше время не смотивированы получать знания. Практически они потратили все это время на выживание в этой системе. Но не ради того, чтобы получать знания, а ради того, чтобы дома их не наказывали родители за плохие оценки, чтобы окружающие считали их нормальными, ну и не казаться тупыми. Хотя некоторым на это пофиг, потому что они тупые. Но не об этом сейчас. В итоге, отмучившись все это время в школе и выходя из нее, что у людей остается? Да, малая часть из того, что они там слышали. Потому что школу можно закончить, имея только базовые простые знания, но при этом коммуникабельность и изворотливость. Поэтому скорее после окончания вашего учебного процесса вы научитесь узнавать информацию в момент вопроса. То есть списать, вынудить кого-то сказать вам правильный ответ, если он знает, знать, у кого спросить, но никак не знать это самому. Нет, это последний вариант. Ну и вот, ты закончил школу, сдал ЕГЭ, и что ты знаешь и умеешь? Считать, читать и писать, London is the capital of Great Britain, почем пицца в столовке, и все. Вот такие знания. Ну и давайте попробуем порассуждать, почему так происходит. Итак, вспоминаем. Мы приходим в первый класс,
на линейку. Стоим там и вообще не соображаем, что происходит. Примерно минут 40, плюс-минус. И тут приходит он, учитель. Именно с этого человека все и начинается. Именно на нем лежит ответственность за все ваши знания, которые вы получите в течение следующих лет. Поставим себя на место учителя. Чем он смотивирован? Да ничем. Только нормальный, адекватный учитель понимает, что на нем лежит огромная ответственность. Он отвечает за то, как сложится жизнь у вас фактически, за то, как вы будете мыслить. Это очень важно. И работа учителем – это чертовски сложная работа, потому что он должен учить, при этом контролировать этих маленьких комментаторов Ютуба. Ведь эти засранцы могут в любую секунду вывести из себя. ФБ равняется 180 градусов минус 140. Равняется... АБ синус. Галенков, выйди из аудитории! И это касается учителя младших классов. У него есть один класс, который он контролирует в течение 4 лет. Что же идет за младшими классами? Учителя меняются, у них уже не один класс. И они отвечают за то, как сотни людей будут знать этот предмет. Это чертовски ответственная и важная и тяжелая работа. И все-таки, как он это сделал? Дурдом какой-то. И такая работа должна очень высоко оплачиваться. Но денег нет, а держаться уже не за что. По вышеперечисленным причинам, многие учителя не имеют абсолютно никакой мотивации. В итоге, мало того, что дети не хотят получать знания, многие учителя даже и не хотят их давать. Но, повторюсь, существуют учителя, на которых практически все и держится. Все ваши знания. Ведь если у вас был по предмету странный и непонятный вам учитель, который мало того, что непонятно объяснял, так он еще и как человек вел себя просто отвратительно, скорее всего, вы этот предмет в школе знали плохо. Значит так. Сейчас я буду называть фамилию, и те, кто не откликнется, получат 2 часа прогулок. К тому же учителя тоже люди. Возможно, вы как-то друг друга недопоняли, из-за чего бам, плохая оценка. Итого. Васильев, какой ответ? Определенно. 2? Да, молодец. 5. А я думал 2. Помните, я сказал, что наша система образования начинает конкретно устаревать? Ведь за последние 10 лет в ней ничего значительного не поменялось. В то время как за 5 лет, например, технологии вышли на новый уровень. И как на это реагируют в наших школах? Запрещают пользоваться этими технологиями. Можно сказать, что если хоть школа и не дает хороших знаний, то она учит вас строгой дисциплине. Да, половину из существующих указов сами учителя не выполняют. Что уж говорить о детях. Значит так, щеглы. Вышел новый приказ о запрете курения на территории колледжа. И еще о запрете пользования мобильными телефонами во время учебного процесса. Оп, секундочку. Алло. Да, нормально. Не занят. О, хочешь прикол? Выжил новый приказ. Да, как всегда, фигня какая-то, я ничего не понял. Однако некоторые учителя наоборот перегибают палку с исполнением правил.
40 минут до начала ленты, никого нет! 10 минут, а никого еще нет. Осталось 10 секунд! Здрасте. Следующий для меня довольно серьезный минус нашей системы образования, с которым лично я сам серьезно столкнулся и продолжаю сталкиваться сейчас, это то, что твои оценки зависят от посещаемости. Но если мы вспомним, то задача школы – давать нам знания. И фактически, если она дала вам знания, и вы показываете, что эти знания у вас есть, то все, миссия выполнена. Но приходит час, когда вам нужно ставить итоговые оценки. И что же говорит нам учитель на это? Васильев, я даже не знаю, что тебе ставить, у тебя нет оценок. И в такой ситуации высокую оценку вы вряд ли получите. И вот видите, о чем мы сейчас говорим? Об оценках, не о знаниях. Именно так эта система и работает. Всем нужны оценки, циферки в документах, но никак не знания. И потом, когда вам уже реально становятся нужны какие-то знания, и вы стараетесь их получить, и пытаетесь слушаться в то, что же вам говорит этот учитель, вам это дается очень трудно, если вообще дается. Потому что за годы тренировок вы научили свой мозг тупо не воспринимать то, что вам говорит учитель. Потому что основное ваше желание на уроке было о том, чтобы он поскорее закончился. Для начала вам нужно объявить структуру с двумя полями. Одно поле из которого... Подождите. А может сначала? Где вы остановились? На первом курсе. И я не знаю, реализована ли сейчас где-то хорошая система образования, которая дает реальные знания, и в процессе которой вы получаете кайф и интерес, но что-то мне подсказывает, что там, с другой стороны земного шара, все-таки получше с этим. А у нас основная масса людей идет по траектории наименьшего сопротивления, то есть хотят свалить туда, где лучше, а не сделать лучше там, где они есть. В итоге система образования развивает лень. Она готовит людей к взрослой жизни, отбывать срок. Ведь именно из-за отбывания этого срока я не могу похвастаться большим количеством видео, да и качеством этого видео, из-за чего мне немного грустно, поскольку эта тема для меня настолько серьезная. Поэтому я соглашусь с тем, что это видео не до конца обоснованное, и материал в нем подан немножко непоследовательно. Но надеюсь, вы поняли суть. Поэтому я предлагаю вам перейти в комментарии и написать свою точку зрения об этом. Дополнить мои слова. Это мне правда очень интересно, поэтому я с удовольствием почитаю все, что вы напишете в комментариях. Всем вуф-вуф, с вами был Red Wolf. Да я же уборщик.